Привет! С вами снова Ольга, и в этом видеоуроке я предлагаю вам связать вот такую маленькую фигурку принцессу Пупырку из мультфильма «Время приключений». В прошлых видео мы с вами вязали вот такого мини-Джейка, и серия фигурок мини из мультфильма «Время приключений» у нас с вами продолжается. Если вы хотите еще видеть героев мультфильма «Время приключений» или больших, или маленьких, обязательно ставьте лайк на это видео и пишите в комментариях, какого именно персонажа вы хотите, маленького или большого. Я обязательно сделаю такой урок. Вот такая маленькая принцесса-пупырка вяжется очень просто. Одной деталькой я постаралась ее здесь сделать максимально простой и максимально похожей на героиню мультфильма «Время приключений». Для вязания этой фигурки нам с вами понадобится пряжа фиолетового цвета, немножко пряжи желтого цвета, либо это могут быть обычные швейные нитки или нитки мулине. Также нам понадобится маленький кусочек фетра для того, чтобы приклеить глазки. Если фетра нет, то можно глазки также вышить ниточками мулине. Нитки мулине черного цвета для вышивания ротика и бровей. И наполнитель. Если вы будете из этой фигурки делать брелочек, то, конечно же, понадобится еще вот такой колечко. Итак, давайте начнем. Итак, для вязания принцессы Пупырки нам с вами понадобится пряжа фиолетового цвета. Я буду использовать пряжу Yarn Art Baby, цвет номер 9560, в пряже в 50 граммах 150 метров. Вязать эту пряжу я буду крючком номер 2,5. Также нам с вами понадобятся ниточки мулине черного цвета для вышивания ротика, маленький кусочек черного фетра для приклеивания глаз. Также нам понадобится игла, контрастная нить для отметки рядов. Если используете маркировочное колечко, то, соответственно, можно использовать и вот такое маркировочное кольцо. Также нам понадобится пряжа желтого цвета, можно использовать любые другие ниточки, швейные, мулине. Здесь на самом деле роли никакой не играет. Этой пряжей мы будем вышивать звезду на лбу нашей принцессы. Ножницы и клей момент кристалл, если мы будем делать глазки из фетра и в дальнейшем приклеивать их к нашей фигурке. Из пряжи фиолетового цвета мы делаем магическое кольцо. Накручиваем на двух пальчиках нить, так чтобы у нас с вами получился крестик. Под первую нить заводим крючок и захватываем дальнюю. Нить вытягиваем и поворачиваем крючок. У нас на крючке получилась петелька, не закрепленная. Захватываем рабочую нить, это та нить, которая у нас с вами идет от клубочка, и вытягиваем петлю через ту петельку, которая есть на крючке. У нас с вами получилось магическое кольцо. И в него мы вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем, прокладываем контрастную нить между рядами. И во втором ряду мы вяжем 6 прибавлений. В каждую петельку первого ряда вяжем по 2 столбика без накида. Вводим крючок в самую первую петлю и вяжем первое прибавление. Первый столбик и в эту же петельку второй. В следующую петлю столбик без накида. Первый и второй. Третья петля также прибавление. Четвертая петля прибавления, пятая петля прибавления и шестая петля тоже прибавления. Прокладываем контрастную нить между рядов,
Во втором ряду у нас с вами получилось 12 петель. В третьем ряду мы вяжем столбик без накида прибавлению. Увеличиваем количество петель до 18. Столбик без накида. Прибавление. Снова столбик без накида. Прибавление. 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 Мы с вами связали 3 ряда. В ряду у нас 18 петелек. И в следующем ряду мы с вами вяжем прибавление следующим образом. Мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Делаем 3 прибавления подряд. Первое, второе, третье. 6 столбиков без накида. Первый, это что такое? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 3 прибавления подряд. Первое, второе, третье. И 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. Прокладываем контрастную нить. В рядочке у нас с вами получилось 24 петельки. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше столбик без накида прибавление. Повторяем 3 раза. Столбик без накида. Прибавление. Столбик без накида. Прибавление. И третий раз. Столбик без накида. Прибавление. 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше вяжем прибавление, столбик без накида. Повторяем 3 раза. Прибавление, столбик без накида. Прибавление, столбик без накида. Прибавление, столбик без накида. И 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. В рядочке у нас с вами 30 петелек. Мы связали 5 рядов. Следующие 3 ряда, 6, 7 и 8, мы вяжем по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Эти 3 ряда вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Ну вот, я связала эти 3 ряда. Смотрите, что мы делаем в следующем ряду. Прокладываем контрастную нить и вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий.
Дальше мы делаем 3 убавления по 3 петельки. То есть мы с вами захватываем переднюю стеночку одной петли, переднюю стенку второй, переднюю стенку третьей и вяжем их столбиком без накида. Мы сделали первое убавление, теперь второе. Передняя стеночка одной, второй, третий и вяжем столбик без накида. Второе убавление и таким же образом третий. Первый, второй, третий и вяжем. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова 3 убавления по 3 петельки. Переднюю стенку одной, второй, третий и вяжем столбиком без накида. Передняя стенка одной, второй, третий, столбик без накида. И еще раз. Передняя стенка одной, второй и третий и столбик без накида. И дальше вяжем 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. В ряду у нас с вами осталось 18 петелек. В следующем ряду мы с вами делаем прибавление. Смотрите, каким образом. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И дальше каждую из 3 петель мы вяжем по 3 столбика без накида. То есть в эту петельку мы вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. В следующую петельку 3 столбика. Первый, второй, третий. Следующие 3 столбика. Первый, второй и третий. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И снова 3 петельки по 3 столбика без накида. Первый, в эту же петлю, второй и в эту же третий. Следующая петля, тоже 3 прибавления, 3 столбика провязываем. Первый, второй, третий. И последняя третья петелька, 3 столбика без накида. Первый, второй и сюда же третий. И 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй и третий. Мы с вами связали 10 рядов. В ряду у нас сейчас 30 петелек. В следующем ряду вяжем 11 ряд. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше у нас с вами идут петельки прибавления. Вот эти 3 петли, 3 столбика без накида из одной петельки. Что мы делаем? Мы вяжем столбик без накида, прибавление. Дальше 2 столбика без накида. Первый, второй, прибавление. Снова 2 столбика без накида. Первый, второй, прибавление. И столбик без накида. Дальше 6 столбиков без накида.
первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И то же самое повторяем. Столбик без накида. Прибавление. Два столбика без накида. Прибавление. Два столбика без накида. Прибавление. Столбик без накида и 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. Мы с вами связали 11 ряд. В ряду у нас 36 петелек. И давайте сейчас вместе провяжем и посчитаем, сколько у нас петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья, двадцать четвертая, двадцать пятая, двадцать шестая, двадцать седьмая, двадцать восьмая, двадцать девятая, тридцатая, тридцать первая, тридцать вторая, тридцать третья, тридцать четвертая, тридцать пятая и тридцать шестая. Ну вот, 36 петелек у нас с вами в 12 ряду. И дальше с 13 по 17 ряд, 5 рядов, мы с вами вяжем без прибавлений. Эти ряды вы заканчиваете самостоятельно, свяжете 17 ряд и возвращаетесь ко мне. Ну вот, я связала 17 рядов по 36 столбиков без накида. Теперь мы делаем 2 петли смещения, то есть просто 2 столбика без накида вяжем и их никуда не считаем. Сместили ряд, теперь прокладываем маркер, маркировочную нить контрастного цвета и вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. 6 убавлений. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Дальше 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова 6 убавлений. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое.
И у нас с вами остается 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. В следующем ряду, в 19-м, мы с вами делаем прибавление. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. 6 прибавлений. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. 6 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова 6 прибавлений. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, и шестое. И 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй и третий. В ряду у нас снова стало 36 петелек. В следующем ряду мы тоже делаем прибавление. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше вяжем столбик без накида прибавление. И так повторяем 6 раз. Столбик без накида прибавление. Первый раз. Столбик без накида прибавление. Второй раз. Столбик без накида прибавление. Третий раз. Столбик без накида прибавление. Четвертый раз. И последние 2 раза. Столбик без накида прибавление. Пятый и шестой. Столбик без накида и прибавление. Дальше 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И здесь мы с вами вяжем прибавление столбик без накида и повторяем 6 раз. Прибавление. Столбик без накида. Это первый раз. Прибавление. Столбик без накида. Второй раз. Прибавление. Столбик без накида. Третий раз. Прибавление. Столбик без накида. Это у нас с вами четвертый раз. Прибавление. Столбик без накида. Пятый и последний раз. Прибавление. Столбик без накида. И 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. В ряду у нас с вами получилось 48 столбиков без накида, и мы связали 20-й ряд.
Следующие 4 ряда, 21, 22, 23 и 24, вы вяжете самостоятельно по 48 столбиков без накида в каждом ряду. Эти ряды вы свяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне.